были на приеме у Алексея Александровича Пахомова, нам сказали, что надо нам ждать экспертизу. Сейчас нам ничего пока не могут обещать, пока не придет экспертиза. Как только придет экспертиза, а уже потом будут решать, где возьмут средства на ремонт школы и откуда будут эти средства выделять. Все, пока нам ничего не сказали. Сроки какие-то сказали? Сроки 45 дней, а может быть даже 2-2,5 месяца.